Билл Шерман взял меч Серафима, еще не зная, что делать с его силой. Сможет ли он и впрямь править чистилищем? Он взмахнул клинком, и тот со свистом рассек воздух. Что ж, как минимум могучий меч поможет ему в битве с ледяной темной силой. И вдруг меч задрожал в его руке. Тут же его пальцы пронзила нестерпимая боль. От неожиданности Билл ослабил хватку. Меч выскользнул и упал на мрак. Билл быстро повернулся. Похоже, он был здесь не один. Тени колыхались медленно. Из черноты вперед шагнуло могучее создание. Ангел. Один из ангелов Рамиэля. Такой, как они. С его спины торчало два кровавых обрубка. У него были отрезаны крылья. Ангел назвал свое имя Самаэль. Смеясь, он поведал Биллу, что могучий меч Серафима принадлежал ему и навсегда останется с ним. Миг триумфа Билла в чистилище оказался поистине кратким. Когда меч поразил Рамиэля, вся его сила перешла к Самаэлю. И хотя Самаэль лишился своих крыльев, он твердо решился владеть троном ада. Все еще смеясь, ангел поразил Билла заклинанием. Невероятная боль тысячу игл вонзилась в его мозг, и он отключился. Очнулся он в месте, где правят страдания и отчаяние. Но одно он знал точно. Самаэля нужно остановить!
Yeah.
А-а-а!